постучал. Ну что, друзья, сегодня мы вот таким приборчиком измерим прочность нашего бетона у плиты. 3 дня прошло с момента заливки, соответственно, бетон совсем свежий. Вот давайте посмотрим, кто в комментариях писал, что бетон плохой. Проверим реальным прибором Pulsar 2M ультразвуковой, какую прочность набрал бетон за 3 дня. Это же интересно, согласитесь. Смотри, цифры видны тебе поближе. Цифры были видны на экране. Здесь в центре давай. Видно цифры, скажешь? Да. А? Да. Вот здесь вот давайте. Площадь хорошо видно. Ну и давайте на другую сторону пойдем, посмотрим там. С разных смесителей приходил бетон, в разных местах надо замерить. В целом вот такие вот характеристики, друзья. Как вы видите, бетон набрал прочность гораздо раньше, чем он, в принципе, должен был его набрать. Стандартные 7 дней, да, при плюс 20 градусах по Цельсию. Так что все нормально у нас, друзья. В отличие от комментаторов, которые считали, что у нас все будет плохо с прочностью, что бетон слишком жидкий, все развалится. Из интереса померим еще в течение 7 дней, после твердения через 7 дней, то есть через 4 денька придем, тоже померим, что у нас с прочностью. Будет интересно. Ну и чтобы твердение продолжалось, мы его в очередной раз польем. Пленкой мы его не накрывали, мы его просто проливаем периодически.